Здравствуйте! Это новости страны Росатом. Страна большая, новостей много, и сегодня в программе. То, что я с моими коллегами нахожусь здесь, подтверждает наше исключительно серьезное отношение к тому, чтобы предотвратить какие-либо удары по Курской АЭС. Новый станок глубокого сверления запущен! Отцы-основатели атомной отрасли России гордились бы своей сменой. Главная новость последних дней – визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС. В Курской области сейчас напряженная обстановка, и к атомной станции приковано особое внимание. Из того, что я увидел, я могу сказать, что станция эксплуатируется в режиме, близком к нормальному. Мне рассказали о нескольких атаках дронов на объекты станции. Я видел следы этих атак. То, что я с моими коллегами нахожусь здесь, подтверждает наше исключительно серьезное отношение к тому, чтобы предотвратить какие-либо удары по Курской АЭС. Были предъявлены результаты конкретных атак. И никакой двусмысленности, кто нанес эти удары, откуда это прилетело, быть не может в данном случае. Но мы понимаем, что кроме публичной работы МАГАТЭ, есть еще и работа, которая уходит от телевизионных камер, не публикуется на страницах газет. Это большая дипломатическая работа, которую ведет руководство МАГАТЭ. И у нас есть договоренности, что эта работа будет идти в правильном направлении. В объективном направлении. Жизнь в самом Атомграде продолжается. С нами на связи мэр Курчатова. Игорь Владимирович, какое настроение сейчас у атомщиков? Работать, не только эксплуатировать станции, но и строить новую станцию. Мне наоборот спокойствие. Я думаю, атомку будут защищать. А так, вроде спокойно. Тревога, ну, мне кажется, меньше стала. Вот, а так вообще спокойно, на душе. А сейчас к нашей производственной повестке. Росатом в Санкт-Петербурге запустил станок-гигант. Хотите увидеть? Смотрите. Два, один! Новый станок глубокого сверления запущен! На предприятиях «Росатом» еще не было станков такого размера. Вот посмотрите, оттуда и все это один станок. Он способен просверлить отверстие глубиной 28 метров. Его будут использовать для обработки оборудования для атомных электростанций и даже для обработки валов для атомных ледоколов нового поколения. Посмотреть на новое оборудование собрались не только журналисты, но и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Вот глава «Росатом» Алексей Лихачев проводит для него экскурсию. Космос ближе. При опорном вузе «Росатома» МИФИ создано малое инновационное предприятие по производству плазменных двигателей для малых космических аппаратов. Еще больше событий в нашей ленте новостей. Есть чем заправиться. Ученые «Росатома» изготовили первую опытную партию топлива для уникального исследовательского реактора «МБИР» в Ульяновской области. Это ТВЛы с уран-плутониевым МОКС-топливом. К слову, новый реактор обеспечит атомную отрасль современной исследовательской инфраструктурой на ближайшие полвека. Ход строительства АЭС «ЛДБА» стало главной темой обсуждения на личной встрече главы «Росатома» Алексея Лихачева с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули.
Проект считается приоритетным для госкорпорации, и обе стороны отметили высокие темпы сооружения энергоблоков. Новой энергии быть. На Смоленской АЭС началась подготовка территории под строительство 4-го энергоблока, а на въезде в Десногорск идет возведение временного строительного городка. Новые энергоблоки поколения 3+, должны будут заменить действующие РБМК. Одели юбку. Это не про одежду. Так называют нижнюю купольную часть наружной защитной оболочки атомной станции. Ее смонтировали на первом энергоблоке АЭС АКУЮ. Весь монтируемый части составил 340 тонн, а диаметр чуть меньше 51 метра. Монтаж крупногабаритной металлоконструкции проходил на высоте 63 метров, занял 10 часов. Мы были первыми в освоении мирного атома, но был еще и военный атом. Ровно 75 лет назад прошли испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1. 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда. Аббревиатура РДС – реактивный двигатель специальный. Получила множество вариантов толкования. Один из наиболее известных, патриотических и образных – «Россия делает сама». Атомный проект Советского Союза стал вынужденным ответом на разработку ядерного оружия в США. Создание РДС-1 заложило основу ядерного щита нашей страны. В юбилей к месту захоронения в Кремлевской стене руководителя советского атомного проекта Игоря Курчатова возложили цветы. Создание РДС-1 стало фундаментом сохраняющегося и по сей день ядерного паритета, а также технологического лидерства России во многих отраслях науки и производства. Это обсуждали на конференции в Музее «Атом». Абсолютно уверен, с учетом тех задач, которые сегодня решают и коллективы ядерных центров, и уникальных предприятий ядерно-оружейного комплекса нашей страны, что сегодня отцы-основатели атомной отрасли России гордились бы своей сменой. Спасибо вам, с праздником! Не лает, не кусает, зато лазером сканирует. Разгадка. Это собака-робот, да еще и дозиметрист. Не верите? Смотрите сами. Есть такие роботы лабораторных крыс, мы их называем. То есть они с точки зрения программного обеспечения двигатели такие же, но они поменьше, попроще, с ними можно работать в лабораториях. А вот такие большие – это уже промышленные роботы, которые дольше время заряда держат, у них больше проходимость, они защищены. С такой собакой познакомились студенты Озерского технологического института. А масштабные испытания робособаки пройдет на объектах маяка в Озерске, которые остановили для вывода из эксплуатации. На сегодня все. Я Наталья Голова из «Тренер Росатом» с любовью, с атомной любовью. Где бы ты ни жил и кто бы ты ни был, у нас все впереди, одно на всех солнце и синее небо. Кто осветит путь и согреет своим теплом вновь и вновь. Это атомная любовь. Это атомная любовь.